Всем здравствуйте! С вами «Главные новости». В этом выпуске мы расскажем о прекрасном актере. Стало известно, что 3 февраля на 77-м году после непродолжительной болезни ушел из жизни Анатолий Артемов, артист, чья судьба на протяжении 30 лет была связана с молодежным театром на Фонтанке. Прошлое и настоящее театра нельзя представить без колоритных ролей Анатолия Артемова. В спектакле «Мещанин во дворянстве», «Танго», которые он называл в числе самых любимых, стали легендами театрального Петербурга. Уважая каждого своих персонажей, Анатолий Иванович умел сделать его фактурным, неординарным и очень запоминающимся. Будь то отец Жанны д'Арк, или простой крестьянин из «Жаворонка», или богатый купец Белугин из «Любовных кружев». Каждый герой в исполнении артиста становился яркой индивидуальностью, был мудростью и совестью спектакля. Светлая память талантливому и любимому актеру. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал. А с вами были главные новости.